Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своими находками и рассказать, каким же образом можно сделать дорогостоящие скрабы, пилинги и питательные маски своими руками. У меня есть потрясающий такой вот скраб. Только что им воспользовалась, поэтому в капельках. Высший свет называется от Savondri. Читаем состав. Что он содержит? Здесь крупная морская соль. Дальше активные компоненты: эфирное масло розы, масло карите, жажаба, кокоса и оливы. То есть это просто соль и масла, которые дают вот такой прекрасный аромат розы. Ну, то есть розовое масло. Ну и, естественно, какой-то краситель. Я предлагаю вам сделать собственную маску, похожую на эту. И это скраб-маска, которую нужно втирать мочалочкой, соответственно, либо массажером, либо ручками. Ну, ручками довольно жестко, потому что здесь все-таки натуральная морская соль. Поэтому лучше делать массаж какой-то щеточкой, либо мочалочкой. Что мы можем сделать? Как мы можем выйти из положения, если у нас нет такого прекрасного скраба, а очень хочется? Мы можем очень недорого сделать себе сами похожий скраб. Что берем с вами? Морскую соль крупного помола, вот такую. Вот этого количества будет вполне достаточно на одну порцию. И далее мы возьмем все, что я сейчас сделаю, с собой в сауну, перелив это в любую баночку из-под крема. Масло, которое хочу использовать. Эти косметические масла. Не советую вам использовать эфирные масла, если вы не знаете, как ими пользоваться. Я буду использовать косметическое масло, например, облепиховое масло. Это масло не нужно разбавлять, оно наружное. И оно прекрасно работает с ранками, с какими-то покраснениями на коже. Будет прекрасно работать в душе. То есть этот скраб я потом нанесу в душе, например, после сауны, и далее смою водой. На коже останется приятное ощущение увлажнения. Давайте накапаем его, ну, примерно столовую ложку, вот столько. Соль смешается, да, с этим маслом очень быстро. Далее я хочу увлажнить свою кожу, и миндальное масло нам поможет в этом. А масло миндальных косточек, оно замечательно увлажняет и питает кожу. А на зону декольте, если вы наносите такие скрабы, то не трите, потому что вы сделаете только хуже, ваши морщинки усилятся, потому что кожа еще больше растянется. Зону декольте, груди и предплечья проходите аккуратненько, не нажимая, просто дабы впиталось все полезное, что вы внесли в эту соль. А вот уже, естественно, ножки и все остальные части тела, которые в этом нуждаются, очень прекрасно будут обработаны этим скрабом. Добавляем миндальное масло, примерно чайную ложку. Я часто делаю такие маски, поэтому я знаю, сколько это. Вот так примерно. И мне этого будет достаточно. Если я хочу еще больше увлажнений, я, может быть, добавлю чуть-чуть масла жожоба. Это также косметическое масло жожоба. Приобрести вы его сможете, в принципе, в любой аптеке. Тоже я добавляю сюда примерно чайную ложечку. И вот этой смеси мне будет вполне достаточно для того, чтобы сделать такой вот массажик ножек и ручек. Я беру совсем немного, ну вот буквально вот столько, и этим массирую. За счет того, что это масляный состав, соль не сваливается сразу с вашей кожи, не падает в душ, а держится как бы вот немножечко, она еще подтает, будут зернышки помельче. Не забывайте, что если у вас какие-то есть порезы, или вы, например, делали недавно депиляцию, соль будет в данном случае раздражать. Поэтому этот же самый состав, вместо соли вы можете использовать кофейную гущу, спитого либо не спитого, кофе просто свежеперемолотого, но довольно мелко перемолото. Тогда это будет щадящий скраб. И вы можете использовать его на лицо, на шею, на все абсолютно места. Но я хотела повторить именно вот этот скраб, который мне очень и очень нравится. Точно такой же скраб, но, например, для кожи головы.
То есть, если у вас перхоть или у вас очень пересушенные, перекрашенные волосы, высветленные много раз, либо вы часто меняли цвет волос, у вас пересушенные волосы, они требуют дополнительного ухода. Вы можете сделать такой же самый скраб, но для кожи головы, используя масла репейное, вот такие вот масла, и, соответственно, масло жожоба. Здесь масло жожоба у меня есть в двух вариантах. Это более бюджетный вариант, купленный у нас в аптеке. И этот вариант был заказан мной на iHerb. Это натуральное масло, органическое жожоба. Такая вот свежая вытяжка. И это самый популярный продукт на iHerb. Он, как мы его используем? Поскольку перхоти у нас нет, мы, слава богу, от этого недуга избавились, именно вот таким вот скрабом с использованием масел, мы используем это масло для нанесения на кончики, на длинные волосы дочка использует, для лучшего расчесывания. Сразу после мытья волос, как вы чуть-чуть их подсушили, на кончики волос вы наносите вот такое вот маслице, совсем чуть-чуть, чтобы они не склеивались, расчесываете, и далее они уже досыхают с этим маслом. Кончики, чешуечки закрываются, и у вас прекрасно несколько дней держится такие вот гладкие волосы, которые легко расчесываются и не путаются на концах. Итак, это уже было второе средство, которое мы можем сделать вот с этим, с этой солью. Отставляем. Теперь я хочу поделиться с вами ноу-хау увлажняющими. Вы можете взять вот такой вот спрей, любой спрей, который призван освежать в течение дня кожу. Для кожи лица лучше брать и тело, то есть тот спрей, который годится. Если у вас нет такого спрея, вы не приобретали, вот, например, у меня от Victoria's Secret вот такой спрей есть. Если вы не приобретали такой спрей, вы можете совершенно спокойно взять и налить сюда обычный свой тоник. То есть тот тоник, который без спирта, который не раздражает вам глаза и который вы с легкостью переносите на своем лице в большом количестве. Главное, чтобы был удобный распылитель, да, вот такой вот мелкий распылитель, который не падает каплями огромными. И далее, что вы можете сделать для того, чтобы носить с собой, нужен, естественно, поменьше бутылечек. Это будет у вас супер увлажнитель. Смотрите, что я делаю. Я приобретаю гиалуроновую кислоту, вот в таком сгущенном виде, стопроцентную практически. Ну, если совсем уж говорить стопроцентно, то мой муж химик, и, конечно же, он мне рассказал о том, что стопроцентная гиалуроновая кислота, это будет практически клей, да, который вы не сможете даже выдавить из такого вот тюбика. Конкретно это я заказывала на AliExpress, но, в принципе, у нас довольно много сейчас продается концентратов таких гиалуроновой кислоты. Есть еще вот такие же варианты, только в вот таких вот колбочках. То есть вот я уже использовала, поэтому этой я дальше и буду пользоваться. А здесь вот видите, она такая густая, да, гиалуроновая кислота притягивает свои молекулы в воду и образует из нее как бы такой вот гель. Превращает воду в гель. Вы можете добавить ее, например, вот такого количества. Будет достаточно на целый вот этот вот флакон. Вы можете добавить ее прямо внутрь этого спрея. Давайте сейчас это и сделаем. Вот здесь у меня пока нет гиалуроновой еще кислоты. Сейчас лето. Мне необходимо дополнительное, как вы понимаете, увлажнение. Да? И я буду капать некоторое количество. Не стану добавлять все, потому что покажу вам, что я еще делаю. Вот с этой гиалуроновой кислотой. Вот так. Этого количества вполне будет достаточно на целый флакон. Далее я размешиваю ее. И структура практически не меняется, если гиалуроновой кислоты немного, это не должно походить на гель, то есть вы ее практически не заметите. Когда гиалуроновой кислоты много, она вот совершенно гелем становится, водичка. То есть здесь фактически просто водичка, подкрашенная с витаминками, и добавлена гиалуроновой кислоты. Вот посмотрите, что происходит. Итак, теперь я могу пользоваться данным спреем для освежения кожи в течение дня. И влага будет более глубоко впитываться в мою кожу и будет дольше удерживаться на ней. То есть будет долго-долго влажная
кожа. Что мне, собственно, и нужно на лето? Это замечательный, на мой взгляд, способ и очень-очень недорогой способ. Тоники с гиалуроновой кислотой, например, от Derma E, который я последний раз приобретала, стоит в районе 2000 рублей. Этот может обойтись вам 300, 200, 100, в зависимости от стоимости лосьона вашего тоника и вот такой вот баночки. Ну, бутылечек этот может стоить от 30 до 100 рублей. То есть у вас совершенно получается бюджетный увлажнитель, который вы можете наносить на лицо, на тело, на любые части, да, и целый день у вас будет хорошая увлажненная кожа, дабы не перегружать ее летом тяжелыми кремами. И последний ноу-хау на сегодня, которым я хотела бы с вами поделиться. Я хочу показать вам вот такие вот патчи генотики, да, от Secret K. Это знаменитые, популярные очень патчи, гидрогелевые. Гидрогель — это такое вещество, которое прекрасно удерживает в себе влагу, как бы раздувается это вещество. Ну, он практически состоит из большого количества гиалуроновой кислоты и других веществ, которые превращают его вот в такую штучку, вот в такой вот морской огурец. И его, соответственно, клеят на зону под глаза, и вот эти кружочки можно наклеить на, соответственно, область между бровей, там, где есть у вас большие какие-то морщинки, либо на область вокруг губ, где появляются первые морщинки. Стоимость этих патчей довольно высокая, друзья. Не могу сказать, что это очень бюджетно, но, в принципе, если разделить на количество, а в банке их тут очень много, естественно, да, вот даже не могу сказать, сколько, 90, по-моему, да, наверное, 90 штук. А каким же образом я предлагаю вам сэкономить на повторной покупке данных патчей? Вы можете их не выбрасывать после использования, они чуть-чуть усыхают на лице и становятся такими практически невидимыми и маленькими, то есть из них уходит вся влага, ваше лицо перемещается, и, соответственно, они усыхают. Дальше вы их снимаете, они легко отклеиваются. Аккуратненько смываете питьевой водой и складываете вот в такую коробочку. То есть в любую баночку. Тут моя любимая была масочка от Мизон, которую я вам показывала в пустых коробочках. И вот сейчас, смотрите, вы можете эти гидрогелевые патчи второй раз использовать. Почему они у меня опять такие вот влажненькие? Как так случилось? Я просто, как вы понимаете, использовала ту же самую гиалуроновую кислоту в сочетании с тоником, который не раздражает мои глазки. Накапала туда некоторое количество тоника и добавила гиалуроновой кислоты. И вот, пожалуйста, у меня здесь опять целая практически вот, ну, половина пачки у меня получилась тех же самых гидрогелевых патчей, которые я могу использовать как дополнительное разглаживание каких-то залежалых таких морщинок. Гидрогелевые патчи заново наполнились. Вот видите, они опять такие все набухшие. Как их использовать? Вы кладете их на кожу вот таким вот образом. Знаете, бывает иногда утром вы спали, и такие вот морщинки образуются от подушечки. Очень некрасиво, и хочется хорошо выглядеть, и уже вы ничего не можете поделать, и полдня они расходятся. В общем, некрасиво. Вы можете положить на них даже вот утром вот таким вот образом. Или морщинки вокруг глаз, вокруг на лбу, на шее даже. Вот такие вот налепочки, и, соответственно, их использовать в течение, ну, 10-15 минут, сколько, 20, пока они не засохнут. То есть с ними вы можете завтракать, с ними вы можете заниматься своими какими-то домашними делами, и далее, когда они засыхают, вы просто их моете не в проточной только воде, потому что знаете, что гидрогель все в себя впитывает. Если вы в плохой воде помоете, то есть он тут же в себя эту всю воду и впитает. И вам нужно их помыть в чистой, соответственно, водичке, которую вы пьете, то есть в питьевой воде. И дальше вы обратно кладете их в тот же самый состав. И никто, естественно, из производителей об этом не говорит, они все молчат, и гидрогелевые патчи стоят довольно дорого. Но если вы не хотите приобретать столь дорогостоящие патчи, вы можете заказать, например, Сайхерб, или заказать на Алиэкспресс
или еще где-то, но в магазинах сейчас продаются вот такие вот гидрогелевые патчи. Обратите внимание, это тоже гидрогель, просто он более такой вот плотный, жесткий. Вы можете их себе приобрести и под глазки использовать. В дальнейшем вы можете даже наливать в этот же пакетик состав, либо переложить их опять же в баночку. И вот это уже стоит, ну, в районе где-то 100 рублей. Вот такая вот штучка. Но это вечные, бесконечные патчи, они более плотные. То есть там гидрогель очень плотный. Вот таким образом я сейчас рассказала вам все свои практические секреты, которые я использую для поддержания красоты и хорошего тонуса кожи. Очень советую вам попробовать самим все это сделать и, может быть, не тратиться для начала на вот такие вот дорогостоящие готовые, да, средства, а попробовать все сделать своими руками. Как вы видели, это совершенно несложно, это довольно просто. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной, хорошего вам дня и обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Удачи!